вы хотите сразу выиграть нокаутом? Нет, я ничего не имею против него. Просто хочу показать, что не только в России есть атлеты. Рокки, как именно Аполло должен драться с Драго? Мне кажется, Аполло должен сначала найти лестницу. Драго, каково вам будет драться с бывшим чемпионом? Его язык еще не прошел. Мой муж будет рад этой возможности. Он мечтал об этом. Мечтал? Поясните. В нашей стране любят и уважают Аполло Крида. Для Вани это будет красивая победа. Минуточку. Победа? Ты же не думаешь, что побьешь меня? Он не для того приехал сюда, чтобы проигрывать. Минуточку, дамочка, вот именно. Проиграть и проиграть красиво. Почему вы так уверены? Я был среди лучших и побеждал их. Я отправил на пенсию больше людей, чем социальная служба. Простите меня, господа. У вас нет чувства реальности, мистер Крид. С чего вы взяли? Поясните. Вы умеете боксировать, это верно, но вы слишком стары, чтобы победить Драго. Ясно? Да. И вам будет очень больно. Поставьте эту боксерскую грушу с глазами на ринг, и вы увидите, кому будет больно. Почему вы нас оскорбляете? Перестаньте. Не нужно делать из меня злодея. Я пришел поговорить о дружеском поединке, пока мистер Большая Шишка не раззявила пасть. Это выучили, это всем очевидно. Я хочу заявить прессе откровенно, что Драго не должен с ним драться, потому что он старик. Тащите этого здоровенного картина на ринг немедленно. Я покажу, что здесь старик. Давай, покажи им. Прекратите, это плохо кончится. Не говорите мне, что тут плохо кончится. Уберите этого идиота. Ладно, я уже выложил все, что хотел. Увидимся на ринге, там продолжим. Понял? Разберемся на ринге. Там продолжим. Понял? Разберемся на ринге. А вы заткнитесь, вы и ваши марионетки вокруг. Это вы, старикашка. Ну как и тебе? По мне так слишком шумный. Но я завел его. Еще как.